Она работала на телеканале «Самара ГИС» почти со дня его основания и помнит, как все начиналось. Она – первый сотрудник канала, которого видят те, кто приходит устраиваться на работу. И последний – с кем прощаются при увольнении. В гостях у программы «За кадром» HR-менеджер телеканала Марина Штыкова. К 15-летию телеканала «Самара ГИС» расскажем о том, как живет канал изнутри, и покажем сотрудников «За кадром». Смотрите 10 ноября в 18:45 на телеканале «Самара ГИС» программу «За кадром».